алейкум. Друзья, приветствуем вас на канале. Вот вышли мы на коп. Немножко развили. Детектор, покажи. Вот. Сигнал очень четкий, очень хороший показывает. Сейчас будем смотреть, что у нас есть. Надеемся, найдем. Надеемся, не мусор. Да. Так, смотрим. Тут уже и раскидал я чуть-чуть. Слышал звон, да не знаю, где он. Опять попробуем детектором. Надо определить. Так, вот это показывает вот здесь. Там поглубже надо сейчас покопать. Он наверху покопает. Вон, сейчас. Или надо копнуть, по-моему, еще. Да. Сейчас определим вот еще раз. Сюда. Пока мы выключим, найдем, покажем сейчас. Да, друзья, вот мы нашли вот эту монету, достаем. Сейчас будем смотреть, что у нас. Так. Что за монета? Так, это у нас монета. Франция. Так, так, так. Мелютели. Очки дома забыл, не вижу. Салон, 1960 год. 60-й год. Один франк. Один франк 60-го года. Вот такая монетка. Вот. Один франк 60-го года. Вот. Очень хорошего качества. Окей. До следующего. Ой, друзья, вот в этой вот ямке нашли мы монету тоже. Так, состояние плачевное, больше, чем плачевное.
Фамильяль. Что-то фамильное написано, не знаю, не разбираюсь я. Так тоже 1 франк. Год стерся. Не видно. Вот земля все съела, разъела. Вот с таким Этат или Этат Франс. Франция. Ну, вот такая монетка. Значит, монету. Окей, до следующего. Друзья, так, на этом мы заканчиваем наш коп. То, что мы сегодня нашли, я вам покажу снова. Главное, вот, мы просто заскочили вот оттуда. Вот она, дорожка, просто проезжали, давай, думаю, заскочим. Вот эти вот ямки мы сделали. И 2 монеты достали сразу. Вот они. 2 монеты. Вот такие дела. За, по-моему, час времени мы здесь были. 2 монеты нашли. Ну все, на этом заканчиваем. Если кому что интересно было, оставляйте свои комментарии. Также подписывайтесь на канал. Ассаламу алейкум. До новых видео.